Привет всем, вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня продолжение обзора игры Котячьи Приключения. А в первом обзоре я познакомился с этой игрой, ник как бы у нее, она мне очень понравилась, и сегодня постараюсь уже поменьше, скажем так, отвлекаться на обучение игре, а побольше пройти по заданию именно. Так, там меня могут сейчас встретить. Поэтому я лучше сразу сюда пройду. Ага, приключенцы. Ну, типа, приключенцы, да? А чем я могу помочь? О, да боже мой, какие миленькие котятки. Мяу, не смей называть нас миленькими. Ладно, да я видел дракона. Благородные доны. Давайте карту, я отмечу нужное место. А нажмите отдалить, чтобы уменьшить карту. Ага, вот. Ничего себе, какое у нас это приключение. Так, а я могу так вот идти или нет по карте? Это что, я сюда пришел? Нет. Ладно, понял. В общем, идти мне далеко. Поэтому не буду тратить время, а сразу туда пойду. Правда, могут меня там сразу встретить. В принципе, я еще пока вместо такого маленького уровня. Лучше я пока ни с кем не буду связываться по... Ой-ой-ой-ой-не-не-не-не. Или все-таки стоит с ними разобраться. В принципе, я уже научился с ними воевать. Так, сейчас нужно вспомнить. Так, типа... Опа! Пускай он стрельнет, промахнулся. Теперь я по нему. Все. Вот так вот это, в принципе, несложно на самом деле. Ой. Только долговато немного. Но зато, как бы, вы же понимаете. Ой-ой-ой, попал. Попал под его эту раздачу. Чуть-чуть жизни своих как слил. Ладно, буду надеяться, что там меня никто не встретит. Так, а как мне туда переправиться? Подождите. Ух ты. Это мне обходить, получается, нужно. А ну-ка, глянуть на карте. А, это мне нужно так вокруг идти. Ничего себе. Далековато будет. Ладно, я лучше здесь посплю туда немного. Восстановлю жизни. Так, есть такое дело. И пойду теперь уже... к дракону. Путь лежит не близкий. Я хотя бы теперь понял, куда мне идти. Так, а что это за стелла? Одну я уже видел, да? Статуя, смотри, тут какая-то надпись. Наши боги, великие древние, не только подарили нам речь, но и научили своему мастерству. Интересно, а еще такие есть? Да постоянно мы их встречаем. Так, опять всякие там разные... Ух ты! Вы это видели? Какая у него крутая магия, я такой еще не видел. Это пещера какого уровня? 15-го, не-е-е. Мне сюда рано, может мне еще... Это настоящие драконы или маленькие? Нет, это всего лишь маленькие. Поэтому я с ними не связываюсь. Хотя вот не получается. Хотя бы узнаю, что это такое. Погоди, ты уверен? Я знаю, что ты уже убил одного дракона, но это совсем другое дело. Нам надо подкопить силы, много сил. Самый быстрый способ стать сильнее – выполнять задания. Ага, понял. Ооо! Ой. Не-не-не, если я таких маленьких не могу пока прибить. Представьте, что будет со мной, если я на большого пойду. Наверное, все-таки рановато я сюда пришел. Ну вот, маленького я еще прибил. Так, а что это за стражник? Пока я с ним поговорить не могу. Мяу, ты же Давакот, да? Да будет тебе известно, что лучшая добыча добывается в пещерах и подземельях. Я это понял. Так, кузница, у меня пока без денег на нее нет. А, 15 уровень. Ну что, попробовать? Нет, не буду я пробовать. Лучше я возьму задание, пока мест нет. Все-таки буду выполнять задание, хотя бы когда пока мест уровень 10 где-то не добуду. Так, ну что это за баран? Че он меня преследует? Я лучше возьму здесь задание. А кошачья мята. А...
Давайте попробуем. Как-то странно, город совершенно пустой, но доска задания еще работает. Умоляю, моя сестра так больна, помогите кто-нибудь. Давай пошли посмотрим, что надо местным жителям. Вот он, котик этот. О, приключенцы, мы здесь по заданию. А, вы здесь по заданию. Умоляю, моя сестра-близнец очень больна. Я не знаю, что делать. Не бойся, добрый кот, мы пришли помочь. Кошачья мята, найдите немного кошачьей мяты. Она лечит любые болезни, это я точно знаю. Я знаю, что мята растет в горах, к востоку отсюда. Поспешите, я не знаю, сколько она еще протянет. Так, к востоку, подождите, это там, где драконы были. Ой-ой-ой. Зря я такое крутое задание взял. Там, где я начинал, как бы все было немного попроще. Уже меня заметили. Где же она есть? Слушайте. Уровень 10, это, конечно, не 15. А, вот это она. Хм, кажется, это нужное место. Но где же кошачья мята? Ох, это засада. Когти к бою. Ой-ой-ой. Не-не-не. Боюсь. Так, получается, мне этих нужно прибить, тогда я найду мяту, да? Ай! Ой-ой-ой, не-не-не. Все, я убегаю, я понял. Я понял свою ошибку. Я просто попал под раздачу там. Так, я могу здесь восстановить жизнь, нет? Нет, только в городе. Как жаль, слушайте. А, вот, здесь могу восстановить жизни. Это, в принципе, недалеко. Поэтому я вернусь и наваляю все-таки этим. О, монетка. Монетки нужно не пропускать. Просто немного запутался с управлением. В общем, тут еще драконы. Ну что ж такое, смотрите. Вот так вот. Я его всего по 3 бью, это мало, конечно. Пускай он так ко мне подходит поближе. То есть он стрельнул, я к нему подошел, отошел. Он стрельнул, я к нему подошел, отошел. И, в принципе, все, я его прибил. И даже уровень на нем поднял, отлично. Больше жизней. Больше всего. Так, броня моя восстановилась. Так, ну только мне ж не нужно. А, это вот эти. Это мелочь пузатая, да? Ай! Как же я мог промазать? Вот так вот. Да, готов один еще. Лучше отойти от него, пока он у меня там. Ой-ой-ой, не-не-не. Не-не-не. Так мы не договаривались. Какой боевой этот баран. Видите, к ним ко всем можно находить как бы подход. Отлично, так, осталось последнего этого прибить. И, наверное, тут будет мята или нет. Вот она, да. О нет, чудовище, вытоптали всю кошачью мяту. Делать нечего, надо вернуться и придумать что-то еще. А это разве не она? Блин, как обидно, я старался так, слушайте. Можно походу еще опыта набрать. Вот здесь, да? Ай, мимо. Вот так вот. О, меня заметили. Ай, маны нет. Отойдем. Опа. Ну, давай. Эх, не успел. Придется идти лечиться. Так, вот тут можно поспать. Ну и, соответственно, пойду искать другой путь. Опа, вот. Держись подальше от двух городов. Это последнее предупреждение. Прикольно. Что за... Какие города? Так, ну... Дверь со скрипом распахивается, открывая длинный заброшенный дом. Что? Куда все подевались?
Да уж, такое нам и в голову прийти не могло. Если время есть, стоит проверить другую сторону города. Уровень 8. Я получил 1000 опыта, да? Так, другую сторону это где? А, вот там вот, получается, где я только что был. Лучше дали мне 1000 монет, чем 1000 опыта. А, вот новое задание появилось, да? И снова кошачья мята. Давайте попробуем. Умоляю, моя сестра так больна, помогите кто-нибудь. Погодите-ка, где-то я это уже слышал. Давай проверим. О, приключенцы, вы здесь по заданию? Умоляю, моя сестра-близнец очень больна, я не знаю, что делать. И дай угадаю, тебе нужна кошачья мята. Найдите немного кошачьей мяты. Она лечит любые болезни, это я точно знаю. Я знаю, что мята растет в горах к востоку отсюда. Поспешите, я не знаю, сколько она еще протянет. Хм. Интересно. Опять идти к мяте? Это, наверное, засада уже будет посильнее, да? Что, опять засада? Что-то тут не так. Такое ощущение, что это все с нами уже случалось. Если я прав, сейчас мы опять попадем в засаду. Так что давайте-ка спрячемся вот тут и сами устроим засаду чудовища. Прикольно. И вот сейчас... Ага, да. Теперь все наоборот получается. С этим разобрался легко. Так, магия его. Опа, одного прибил. Второго тоже готов. Видите, когда уже опыт появляется, то все не так уж и страшно. Главное там к дракону не пойти. Вот, все. Ха, я просто гений, мяу. И смотри, в этот раз кошачья мята не вытоптали. Собрали мяту. Прекрасно, пошли обратно в город. Почему что-то тот злой кот нам говорил держаться подальше от двух городов? А, говорил я вам, держитесь подальше. Куда все подевались? Ты служишь дракоту, отвечай. Берите и уходите навсегда. Это последний раз, последнее предупреждение. Опа, получается, волшебная шляпа добавляет 9 магии, да? И отнимает кучу здоровья и кучу атаки. Теперь я уверен, что этот город зеркальное отражение того, что напротив. Мы имеем дело с очень серьезным проклятием. Следующий кусочек этой мозаики ждет нас в городе напротив. Прикольно. А вот уже 9 уровень. Отлично. Уже плюс 6 дают жизни, это было плюс 5. А, так, ну... А, подождите. Куда мне нужно идти? Туда? А, это ж дракон по основному заданию, не. Я все-таки пока... Или может попробовать? Все равно, если я погибну, я восстановлюсь, да? Давайте попробуем, может дракон не такой страшный? О, вот. Он с нами раньше не говорил тогда. Мяу, ты давай код, да? Да будет так, это понятно. Ага, а почему тогда по-другому уже светится эта надпись? Получается, с этими драконами легко воевать, то есть... Их так вот как бы... Ударил, отошел. И все, видите, он даже меня не ударил ни разу. Ну, я не скажу, что совсем легко, но как бы можно воевать. Вот это мне сначала нужно выманить приспешников этого дракона. Вот, отлично, по одному. Вот так, вот иди ко мне.
А, вообще с этим просто было. Давай, следующий. По одному, пожалуйста. По одному сказал. Ай! Не успел отойти. Ладно. Я думаю, они чуть-чуть меня ударили, не страшно. Если что, пойду подлечусь. Опа. Так, ну что, он сам уже... Ого, он с каким мечом, слушайте. Меч в два раза больше, чем я сам вообще. Так, статуя, смотри, тут какая-то надпись. Это еще одна, да? Именно Давакот нанес драконам сокрушительное поражение. Вскоре после этого драконья война была окончена. Круто. Интересно, а еще такие есть? Я думаю, есть. Так, ну что, попытка не пытка? Ой, у него радиус, видели, какой здоровый. Ой, не-не-не, я пошел отсюда. А, я не могу, получается, выйти, вы видите? Он меня окружил. Вот это да. С него радиус именно от меча такой здоровый, да? В общем, мне тут ничего не светит. Я его почти не бью, видите? Хана мне. Я же говорил, что раньше. Чи, рано мне сюда. Но зато я поднял уровень на этих маленьких драконах. И давайте, в принципе, пещера какого уровня? 15-го, нет. Я все-таки пойду, наверное, возьму еще пару заданий. А... Там вот в тех городках поменьше. О, овечка боевая это наша. Ой, все-таки меня он ударил. Но я его ударил больнее. Так, что дальше? О, уровень задания 15. Не-не-не-не-не, я пока пас. Почему я вообще сюда пошел? Там же в первом городе задание попроще. Ой. Вот такая... Так, да что ж такое? Лучше я отойду. Мне нужно оружие получше себе приобрести, тогда я с ним справлюсь. Так, что за руины? 15 уровень тоже. А здесь я подходил сюда? Да, я подходил сюда. О, вот мой родной город. Дом, милый дом, да? Да, там, где я появился. Так что я все-таки... А, может я улучшу себе магию? У меня 163 монетки. Или получу вот эту, да? А... Пламяу, и ваши враги обзаведутся хрустящей корочкой. Изучить навык, конечно же. Вот так вот. Может сразу и второй уровень купить? Ага, 250 монет. А этот тоже 200, ясно. Получается, скорее всего, это пламя по одному бьет. Я сейчас узнаю. Так, что там у нас на задание? Тайны Востока. О, класс, за это дадут 150 монет. И уровень всего лишь 11 задания. Как бы... Это реально, при моем 9-м. Кто-то подозрительный бродит вокруг, помоги найти его. Добрый день, это моя запроса. Я повар Вибриса. Как видишь, я готовлю новое блюдо. Рыбное рагу. Мяу, а у тебя много посетителей? Мурси, но тут так и рыщет некто подозрительный. Он хочет украсть мой рецепт. Вор должен сидеть в тюрьме. Не волнуйся, мы его выследим и прогоним. Вот, видите? Ты кто такой? Так. Ладно, разберемся. Давай понаблюдаем из засады. Наблюдаем. Вот тот, кто просто без дела стоит. Давай его расспросим. Эй, подозрительный селянин. А ты что тут делаешь? Опа. Он сбежал, но он оставил след за ним. А вот и пещера. Мяу, он сбежал в подземелье. Расчисти путь, уничтожь всех чудовищ. Вот она, 15 уровня пещера. В которую я так не хотел идти. Ой-ой-ой, подождите, я хотел попробовать новую магию. А где она у меня? Почему у меня ее нет? Как мне ее взять, слушайте? Ага, маны нет.
Так. По идее, должно сейчас все закончиться. Нет, не хватило маны. Точнее, урона. Ну, пожалуйста. Есть. Да что ж такое? Ой, опять. Вот это да. Ай, отойди. О, как они меня убили сразу так? Вот это да, слушайте. А задание мне интересно осталось? Да. Понял, то есть задание мне дали сразу. Точнее, заново. Вот это я перестарался, ясно. Ага, в засаде. Понятно, вот мы с ним говорим. Я просто буду аккуратнее, то есть как-то... Я вообще прошляпил, в общем, этот вопрос. Так, а все-таки, почему я... А, мне... Ну, почему я не могу взять... 25 урона, а здесь 18. А, ранен. Давайте я попробую... А, да, вот, я могу поставить и то, отлично, все, понял. О! Да, конечно, классно, но только как-то оно слабовато все равно. Текаем, главное не попадаться им. Что, не умерли? Ай-яй-яй. Мне надо ману восстановить, потому что иначе потом тяжело будет там дальше. А вот он, и 10 уровень. Плюс 7 уже урона у меня, отлично. Сейчас я с этими тоже поразбираюсь, так вот, чуть-чуть. Ой, уже по 40 бью, класс. То есть у меня, получается, сила магии, наверное, увеличивается, да? И маны больше стало, отлично. То есть хватает уже на 3 выстрела. До этого хватало только на 1. Вот так. Ой, я потому не попал, смотрите, а? Обидно так. Сундук там еще. Отлично. Ну, умирай. Так, смотрим. Ого, шлем, а что он дает? 3 защиты, 3 маны. Ну, все-таки, раз я здесь воюю, смотрите, только в основном магии. А давайте-ка я одену вот эту вот шапку мага. Жизни мне и так хватает, а зато теперь маны у меня будет много, да? Я могу использовать ее вот в атаке. Так, ну что, с этими попробовать совладать? Ой. А, это вот эта вот магия. В общем, у меня уже нету маны. До сих пор нету. Вот это я силу магии увеличил, как бы, а... Хотя я бы не сказал, что что-то поменялось у меня с этой шапкой. Тяжеловато мне пока здесь, как бы, без экипировки хорошей. Что, они до сих пор не умерли? Вот так вот, отлично. А там эти белки, стрелки. О, золотой какой-то сундук. А почему здесь ключ надо? А где мне ключи брать? Слушайте, от золотых сундуков. Ну это ж не прикольно. Ого, а я его вообще почти не бью, потому что у меня маленький урон. Надо все-таки переодеться, наверное. Так. Это... Минус 18 плюс. Наверное, вот это лучше будет. Шляпа. О, ну, конечно, сильнее. Сильная какая-то белка.
О! Хорошо, по 36 опыта уже за них дают. Ой. Текаю, текаю. Вот так вот. Есть. Все-таки, наверное, я переодену этот себе доспех. А, аж не доспех, а... Или не переодевать? Нет, ладно. Вот эти хорошо белки, что за них опыта много дают. Ай! Фух, успел отойти. И последнее. Ай-яй-яй! Успел опять. Фух, как раз. Так, а где же ключи вот эти все брать? А нужно, может, какой-то навык учить. Так, вот оно место. Это выход. Получается, тот разбойник пробежал через другую... А, стоп. Не, я не туда пошел. А что, они теперь заново появятся? Ай-яй-яй. А в чем прикол? А в чем же прикол? А, ну не знаю, я еще раз сюда вернулся и опять вот все обследовал. А получается нигде ничего нет, только вот этот выход. Но опять же, я вот этих вот фиолетовых не побил немного. Правда, этот раз я хуже проходил. У меня жизни как бы нет уже. Да, с этими только нужно вручную, да? В общем, я сейчас погибну, скорее всего. А если я выйду, то получается начну сначала. Как же быть? Ай, мимо. Что ж такое? Нужно как-то по одному их выманивать. У меня шансов на ошибку вообще как бы нет. Реально нет вообще шансов на ошибку. Может, у них там как-то есть что-то, что мне нужно. Вот так вот вам. Получайте. Ай! Чуть не попал. Ай! Фух, одного прибил. Ай, сейчас меня зажмут тут. Нет, не зажали. Второго прибил. Ладно, не расслабляться, потому что сейчас я... вообще очень уязвим. О, вот, все. Чтоб его собаки драли, сбежал. Вот теперь понятно, да. А то ж я думаю, блин, что ж как-то я тут вроде все прошел. Ладно, теперь можно выйти спокойно вот на выход, да? О, еще один след в погоню. Только мне надо как-то жизни немного восстановить, что ли. А то без жизни, знаете, как-то сложновато будет. Я и так, вы видели, как там изощрялся, чтоб не погибнуть. А, получается, тут сундук, видите, я его пока открыть не могу. Значит, пишется мне какое-то новое задание. Получается, в будущем будет мне доступны ключи, наверное. Тогда я смогу открывать сундуки. Ну, как бы у меня пока других мыслей нет. Он побежал по берегу озера. Посмотри издали. Посмотрим издали. Можно побежать следом, а можно и на перерез. Лучше на перерез, конечно же. А как? Вокруг, что ли? О! Я вижу его скорее. Опа! Стой, дернешь лапой, пеняй на себя. Не надо меня бить, сэр Давакот. Я все объясню. Давай. Я повар Махналап из западного Лапска. Вибриса есть моя сестра. Мы, у нас здоровая кулинарная конкуренция, но в последнее время что-то пошло не так. Ты о чем, мяу? В последнее время она ведет себя так, как будто не узнает меня. Помягите, она же моя сестра. Ты беспокоишься о ней? Ладно, мы тебе поможем. Мурси, приезжайте в Западный Лапск, я буду вам рад. Вот, возьмите это в знак благодарности.
О, вот это вот оно. Вот это классно. Шлем. Хм, лучше не говорить об этом в Вибрисе. Следующая остановка — Западный Лапск. И 12 уровень. Куча монет. Нужно пойти себе улучшить магию. Так, смотрим на этот шлем. Вот это минус 1 магия, зато плюс 3 брони и куча жизни. Наверное, я его все-таки одену. Можно было бы еще продавать эти все вещи. Так, а что у нас здесь с заданиями? Помощь кузнецу и ученик кузнеца. Еще 150 монет можно заработать и как раз улучшить там себе магию, да? Давайте попробуем. Жду не дождусь, когда мы снова сможем встретиться с Кошей. Пошли. Котятки, вы как раз вовремя. Мы всегда рады помочь. И сердечко, да? Мне нужно доставить еще одну очень важную посылку, прежде чем я смогу продолжить работу. Отправляйтесь в магазин в Католице. Клянусь своим хвостом, в этот раз все серьезно. Это очень важный груз. Ладно. Так, ого, подождите. Это что, столица? А, точно, это столица. Тук-тук, мы приехали забрать посылку для кошки Латки. Ай, беда-беда, огорчение. В лавку ворвались 6 бандитов и украли посылку для госпожи Латки. Да вы издеваетесь. Если это и правда были бандиты, то они наверняка прячутся в бандитской пещере. Сейчас я магию себе улучшу. Все-таки мне это больше нравится, вот. Да. Вот так, отлично. А сколько будет следующее стоить? 300. Не-не-не. Золота не хватает. Но после того, как это задание пройдут, то всего хватит, да? Так, бандитская пещера. Это та, что первая... А, нет, не это. Это первый уровень. А это какой уровень? 5. Так, что-то я тут как-то... Слушайте, с этими бандитами пора кончать, мяу. Мы сотрем их с лица земли, всех до единого. О, так тут 10 уровень всего нужен. Это будет даже легче, чем предыдущие задания. Опа. А, это есть бандит, да? Ай, больно. Ох ты. 98 опыта, ничего себе. А ну-ка. А, я его вот так бить, видите, сдалека. Отлично. Да, все-таки магию нужно и ту, и ту качать. Иногда нужна та, иногда та. Опа, а что это? А, доспех рыцаря улучшился. А ну-ка. А я в нем, подождите. Так, у этого... А, две брони больше, зато меньше атаки, да? Не, все-таки мне с атакой нужно. Опа. Поехали, поехали. Смотрите, я могу так его тоже еще ударить. Ай, не достал. Ай, больно. Хорошо-то. Как? Здесь уже пусто, идем вокруг. Ай-яй-яй, да что ж я так неаккуратно, а? А, опять он меня ударил. Как-то не везет мне. Просто спешу уже, как бы наш обзор так подотянулся. Вот, соответственно, я ошибаюсь. О, монетки. Всего лишь по одной. А! Вот это да. Ну все, лисичка, ты попала. Ой. Так, подвоим все вам так хорошо. А-а-а. Так, что ж ты сделаешь, а? Негодяй такой. Ой, блин. Не, я все-таки успел выбежать с радиуса. Будут знать, как грабить нашу кошку. Да, похоже... Кошиной посылки тут нет, только бесполезные блестяшки. Эх, придется снова возвращаться ни с чем. Но мы ж не виноваты, правильно, мы ж как бы этот вообще... Опять ключ нужен, ну что ж ты поделаешь, а? Что это такое за ключ, интересно, а?
Где их брать? Так, да, скорость... Ну да, если бы мы взяли посылку и ее потеряли, это была бы наша вина. А также, как говорится, это ж не наша вина. Так, еще парочки наваляю. Вот так, вот отлично. Хотя за этих видеть опыта намного меньше дают. Прости, Коша, но эта посылка была украдена. Нет, там же был последний эпизод «Ненастырных мертвецов». Это же мой самый любимый сериал. Теперь я никогда не узнаю, погиб Глен или нет. Прости, мы еще не готовы для таких серьезных заданий. Ничего, я переживу. Но есть и хорошие новости, броня почти готова. Вот вам за труды, котятки мои. Посох мага. Прикольно. И следующий уровень. Супер. Так, а ну-ка, посох, подождите, а у меня в руке что-то есть? Да, видите, у меня не было посоха ни одного, поэтому теперь у меня будет намного больше. Это маны, да? Я понял. То есть теперь я могу так ее, допустим, использовать. Хотя нет, это все-таки, наверное, сила магии. Он даже не успел ничего сделать. Так, ну что ж, друзья, придется сегодня мне уже закругляться. Так слишком долго я играю, не получилось продвинуться по основному заданию, хотя вот все вот эти мелкие, они же сохраняются, их тоже нужно выполнять. Поэтому я сегодня в этом преуспел, надеюсь. Надеюсь, вам также понравился этот обзор, потому что предыдущим по просмотрам было маловато, как бы, если так в будущем будет, то, к сожалению, я перестану записывать эту игру. Поэтому, пожалуйста, если вам нравится эта игра, если вам нравится наше прохождение, то поддерживайте это видео своими лайками, пишите комментарии, делитесь с другими детками, чтобы они тоже смотрели, и подписывайтесь для того, чтобы не пропускать наши новинки. На сегодня все. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.